Большие города путешествуют по Казахстану и изучают тонкости туризма. Сегодня в выпуске. Визит-центр Алматы. Первый шаг туриста. Лучший хостел Казахстана. Все дороги ведут от хаба. Алматы – город-легенда, солнечный и нарядный. Город, которому по наследству от советской эпохи достались масштабность, развитая инфраструктура и слава. Посещая Казахстан, многие туристы стараются попасть именно в Алматы. Статистика этого года красноречива. На мегаполис приходится пятая часть внутренних и иностранных туристических визитов. По международному рейтингу он занимает третье место в списке самых недорогих для жизни городов. За три года количество туристов выросло на 14%. И сегодня задача управления туризма и внешних связей города не только сохранить динамику, но и еще успешнее развивать отрасль. Если вы приехали в Алматы на пару дней, то вам нужно составить оптимальный маршрут. Для этого однозначно визит-центр. Туристский информационный центр «Визит Алматы» открылся всего год назад. Цель – популяризация туристического бренда города. И за это время информационные точки «Визит Алматы» по всему городу посетило больше 25 тысяч туристов. Учитывая, что туристический сезон в нашей стране не так продолжителен, всего 6-7 месяцев, показатели хорошие. Руководство визит-центра планирует принимать еще больший поток туристов. Сейчас у нас основное направление – это прямые перелеты. То есть сейчас нужно сделать акцент именно на прямые перелеты с Алматой и таргетированно уже пиарить Алмату на эти рынки. Эта работа ведется. Уже думаем, что в 2019 году летом, да, в самый сезон разгара туристического, мы уже получим какой-то результат и наплыв огромных туристов. Книга о 100 достопримечательностях, Алматы 100 впечатлений, мини-путеводитель с краткой информацией о туристических объектах, подробный атлас маршрутов – это лишь часть того, чем может воспользоваться турист в инфоточках «Визит Алматы». Нам особенно понравился авторский чек-лист «Алматы-72», сделанный как раз для тех, кто в городе не дольше 3 дней. Получается, они за это время, что они могут сделать? Попробовать наш казахстанский шоколад, наш знаменитый. Попробовать наше блюдо бешбармак. Также посетить все эти места, которые указаны в чек-листе. Это Коктубе, Зеленый базар, центральный стадион, посетить матч алматинского Кайрата, Медеу и так далее. Также сзади этого чек-листа здесь указаны все адреса наших инфостоек. Здесь также есть краткий разговорник. То есть турист на 3 языках, здесь также написано на латинице. То есть ему удобно первичные слова, допустим, как сказать «привет», там «калыңыз қалай» и так далее. Информационные точки расположены в международном аэропорту Алматы, на 2 железнодорожных вокзалах, на пересечении улиц Абая-Достык и на пешеходной улице Панфилова. Они весьма востребованы именно иностранцами, которых с этого года стало значительно больше благодаря 30-дневному безвизовому режиму для туристов из стран Европы. Чингиз Уакбаев рассказал, что привлекает путешественников из Германии, Польши, Бельгии, Франции и Чехии. Да, я могу это подтвердить, мы это почувствовали. Туристов становится все больше, их интересуют горы. И знаете, каких туристов? Туристы сейчас популярное направление в мире туризма – это бэкпекинг. То есть туристы с большими сумками, они предпочитают не гостиницы, там 5-звездочные и не 4-звездочные, а, получается, ночевать на природе. Они берут свою палатку и по всему миру путешествуют. И для них Казахстан совершенно новое направление. Наша страна становится настоящим открытием для всего мира. Это бюджетное путешествие по уникальным местам. И продвижение этой информации идет как на государственном уровне, так и сарафанным радио. Каждый, побывавший здесь, стремится рассказать об этом разными способами. Хорошая оценка нашему туризму – голосование кошельком и отзывом на коммерческие услуги. В этом плане у Алматы есть свой бизнес-лидер.
Жилищный рынок города предлагает огромный выбор и для тех, чей бюджет ограничен. Через систему интернет-бронирования отелей booking.com вы можете заранее найти место ночлега. Среди 120 хостелов Алматы вот уже третий год подряд хостел «Дом» находится в тройке лидеров по отзывам гостей. А в этом году получил премию от Hostel Award как лучший хостел в Казахстане. Создатель «Дома» Шакир Исламбакиев, изучив за это время тонкости бизнеса, открыл второй проект. Концепция, в принципе, в первую очередь построена это на знакомстве людей. То есть я всегда хотел дать не просто место, где люди приезжают и получают койко-место. А это для меня всегда было что-то большее. То есть это было есть знакомство людей друг с другом. Это налаживание каких-то мостов, да. То есть это общение гостей с разных стран, обмен идеями, обмен опытом, обмен знаниями. И на самом деле люди в это вовлекаются, люди чувствуют этот посыл, и это очень сильно влияет на атмосферу. В хостеле 45 мест. Проживание начинается от 2000 тенге. По словам Шакира, это не тот вид бизнеса, где можно зарабатывать большие деньги. В основном эта сфера держится на энтузиастах, болеющих за развитие туризма в Казахстане. Казахстан интересен. Сколько туристов приезжало сюда, все просто в диком восторге, все готовы рекомендовать и тому подобное. Но есть определенные сложности в плане, как сюда добраться. Да, то есть сюда дорого. До Казахстана дорого доехать. Ну, то есть порой там до Кыргызстана гораздо дешевле, до Узбекистана дешевле долететь, чем до Казахстана. Среди гостей Шакира самые разные люди. Мы застали путешественников из Польши. Для них Казахстан – одна из точек в огромном маршруте, на который ребята запланировали 4 года. В их планах проехать на фургоне 5 континентов, 56 стран, 150 тысяч километров. Пока мы добирались из Павлодара до Алматы, нам помогли по крайней мере 10 человек. Кто-то помог починить машину, нас приглашали в гости и спрашивали, куда мы едем дальше. Один парень искал нам запчасти в Алматы, другой друг помог найти запчасти в Астане. Мы со всеми были на связи. У нас создалось ощущение, что Казахстан – это одна маленькая семья, где все друг другу помогают. Нам было приятно, что чужие люди очень беспокоились о нас и встречали как родных. Мы чувствуем себя здесь как дома. Это невероятная страна. В профессии я видеограф, Александра – журналист. Мы не просто путешествуем, мы знакомимся с людьми, узнаем их истории, узнаем больше о стране, ее положении. Мы находим интересные факты и рассказываем о них. По материалам, собранным в пути, наши новые друзья сделают цикл фильмов и статей для европейских телеканалов и журналов. Надеемся, добро пожаловать от казахстанцев обязательно там прозвучит. Такие путешественники, как коллеги из Польши, часто заходят в гости к менеджеру «Визит Алматы» Естаю Байназарову. Как и все алматинцы, он любит горы и мечтает покорить несколько вершин. Любитель-альпинист плюсами своей работы называет развитие языка и расширение кругозора. Всего за месяц этот киоск посетил около 300 людей. Из них в основном это немцы, Испания, Франция, Южная Корея и Япония. В день посещают где-то 20-30 людей, и все из разных стран. Бывают и наши интересуются, бывают из других городов Казахстана приезжают. Все киоски «Визит Алматы» в единую систему объединяет туристический хаб, который открылся в самом сердце города в здании спорткомплекса имени Балуана Шолака. Нужен был такой вот туристический хаб, где мы сейчас находимся. Буквально за 2 месяца мы полностью провели реконструкцию. Это здание бывшего, она находилась на балансе Министерства культуры и спорта. Мы забрали ее в коммунальную собственность, провели вот на первом этаже реконструкцию, вложили около 100 миллионов тенге. Пропускная способность турхаба – 300 человек в день. Здесь туристы смогут получить целый спектр услуг – бронирование гостиниц, билетов, консультацию о том, как провести время в городе, куда сходить, приобрести сувенирную продукцию или же попробовать самим создавать сувениры в центре казахского ремесла «Казахунер», отправиться в тур за город. Все логистические развязки, да, к примеру, тот же автобусные остановки, метро, ну, просто даже обычным транспортом, пешие и так далее, да, это все находится здесь. И отсюда как раз таки вот мы буквально вот через дорогу, можно сказать, будут отправляться автобусы по всем направлениям. Это Хайнды, Кольсай, Алаколь, Начарын,
поющий бархан. То есть все те туристические объекты даже Алматинской области уже будут непосредственно отсюда отходить. В туристическом хабе расположится 5 туроператоров, представители альпинистского клуба. В фотозоне, в юрте от Казах Онир можно попробовать угощение – кымыс, курт, ырымшык. Идея создания хаба пришла из практики работы с туристами. Посещаемость Алматы на сегодня более 40 тысяч гостей в месяц. И многими из них движет желание узнать регион с разных ракурсов. Дать им информацию – значит распахнуть дверь в Казахстан. В следующих выпусках мы продолжим наш рассказ о туристических объектах Алматы. До встречи!